Подключили компрессор к частотнику. Катушка раз, два, три. И один провод, соответственно, не задействован. Вот так. И подключено к частотнику. Раз, два, три. Соответственно, основное питание. Ну давай. Поджигай. Там главное, как он у нас останавливается, чтобы все вырубить. Сейчас ждем. Только если что, выключай на минимум. Включит. Запускаем частоты. Чуть-чуть больше давай. Так, куда он должен дуть? Да, поток воздуха есть. Можно взять бумагу или пакет. Это на оборотах 500. Дальнейшие тесты уже будут делаться в другом офисе с более сильной шиной. Почему-то ЕЛ-3 выбило.